Здравствуйте, с вами Жанна на канале Видеокукинг. Сегодняшний мой обзор посвящен бородинскому хлебу от бренда Хлеббор. Хлеб можно приготовить двумя способами. Первый способ – хлебопечки. Хлебопечки у меня нет, поэтому буду выпекать в духовке. Для этого мне потребуется мучная смесь, которая в упаковке, и 280 мл воды комнатной температуры. Достаю мучную смесь и дрожжи. Смесь высыпаю в большую миску. Чувствуется пряности, приятный запах. Тмин, кориандр. Дрожжи. Постепенно добавляю воду и размешиваю. Замешивается очень легко. Тесто готово, оно должно отставать от стенок посуды. Накрываю влажным полотенцем. Убираю в духовку. В духовку я включила только лампочку, это будет примерно градусов 30, как раз хорошо для расстойки хлеба. Прошло 50 минут. Тесто подошло, увеличилось в объеме. Буду выпекать в квадратной форме. Смазываю форму маслом. На дно положу пергамент. И тоже смажу маслом. Также можно выпекать и круглую булку, то противень надо накрыть пергаментной бумагой и смазать маслом. Тесто липкое, руки смочу водой. И придаю такие, как бортики. Снова накрываю влажным полотенцем и убираю примерно на 50-60 минут. Прошло 50 минут. Решетка у меня стоит на первом уровне снизу. Духовка разогрета на 210 градусов. Закрываю дверцу и ставлю на 200 градусов, так как при открывании дверки воздух, температура меняется, поэтому нужно было нагреть на 210, а выпекать при 200 градусах температуры. Выпекала 35 минут, по запаху чувствую, что все готово. Ароматный, красивый. Даю остыть минут 15, потом достану из формы. Итак, хлеб остыл. Когда он остыл, я его достала из формы через 15 минут, завернула в полотенце и ночь держала. Режется хорошо, не крошится. Пропекся хорошо. Хлеб, как и ему характерно, имеет плотный темный цвет, влажный мякиш. Все как надо.
Пробуем. Все как и должно быть в бородинском хлебе. Чувствуется тмин, кориандр, сладковатый вкус. Хороший хлеб. Подписывайтесь на канал, пеките хлеб, ставьте лайки, готовьте, комментируйте. До новых встреч!